Послушали меня. Сейчас вы все должны превратиться в одно большое ухо. Потому что с вами будут разговаривать ветераны. Те люди, которые играли в регби, которые были чемпионами Украины, которые играли за сборную Украины. Они вам сейчас пожелают хорошие, скажут хорошие слова и пожелания. Поэтому, пожалуйста, внимательно слушайте. Начну, наверное, с того, что я благодарю за то, что нас пригласили. Мы за вами следим, конечно же, мы знаем о ваших результатах, об успехах. Владимир Ильич нас тренировал когда-то в свое время. Вот мы решили посмотреть, какое поколение вырастает нам на замену. Хотели вам пожелать, во-первых, всего самого наилучшего в этом учебном году, но учитесь, становитесь людьми, будьте всегда здоровы, веселы и счастливы. А уже вопрос о том, каким вы станете регбистами, зависит только от вас. Мы хотели бы подарить вам небольшой инвентарь, который вам поможет отшлифовать вашу технику. Вы достигнете, возможно, тех же результатов, я надеюсь, и переплюнете наши. Поэтому вот, что должно вам помочь, я думаю, это оно. Это самое главное для регбиста. Регбийный мяч, да? Да. Поле всегда можно найти, форму тоже. А вот мячик такой, правильной формы. А сюда киньте один. А, пожалуйста, смотри. Опа! Разгибайте, короче. Кирилл, отойди, отойди. А вы проходите сверху рака. Дайте попробуйте. Все. Так, хорошо. Отлично, руки бери. Так, все, давай. Тут еще что? Андрей, раз последний, иди сюда. Ребята, еще что? Не трожь! Не трожь! Так, послушали? Многие из вас меня знают. Да, и мы вместе были с вами в лагере. Мы выросли на год. Вот. Надеюсь, что вы поднялись, потому что дисциплина, у вас была плохая дисциплина, у всех. Всех, кто был в лагере, было ужасно. Надеюсь, что за год вы изменились. Самое главное в этой игре – это дисциплина. Слушать то, что вам говорит тренер, и выполнять задание, поставленное на игре. Порвите уже Хмельницкий. Это нельзя выбрасывать. Когда вы начнете выигрывать, да, у вас хороший тренер, и вообще у вас хорошие там наставники, и вы должны слушать и выполнять все указания. И много ходить, достаточно часто ходить на тренировки, не пропускать. Не косить ни на то, что болит голова, которая не болит. Будьте мужиками, растите, правильно, да. Это самое важное, что. Да, кто хочет сказать, поблагодарить? Иди сюда, Костя, выходи. Это самый лучший. Костя не хочет. Поблагодари, пожалуйста, ветеранов. Спасибо вам большое за то, что вы предоставили нам инвентарь. Теперь нам будет тренироваться еще лучше и. Еще удобнее. Все. Большое спасибо. Хочешь, я тебя не снял на матч. Будь здоров, Влад, да. Спасибо тебе большое. Мы все так ждали вашего приезда. Ну, видишь, мы обещали. Мы будем еще вас обещать. Да? Не расслабляйтесь. Да. За тренерами будем присматривать. Поскольку посмотрим. Так, ребята, спасибо вам, да, хватит. Значит, сейчас вы полчасика бегаете здесь, играете самостоятельно. А мы с ветеранами пообщаемся. Седьмой-восьмой! Я тоже команда! Седьмой-восьмой, Женя, Ильич, Зеленый! Седьмой-восьмой, Батя! Аня! Смотри, четыре команды!